Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Семерочка выполнена. Жестко. Все, обнимаю всех, поехал на съемочку. Сегодня стартуют съемки финальной части «Голоса улиц». Что такие дела? Обнимаю всех. Хорошего дня. Зарабатывай на Rocks Casino и получай гарантированно быстрые выплаты. Только здесь лицензионные слоты и огромный бонус на первый депозит 100 тысяч рублей. Оперативная поддержка 24 часа в сутки. Теперь это идеальное казино, посетив которое можно не только замечательно развлечься, но и выиграть крупную денежную сумму. Скорее приступай к лучшим игровым автоматам и наслаждайтесь высоким качеством сервиса. Ссылка в описании. И ты, Азам, тоже можешь не болтать? Можешь не болтать, Сережка? Я уже в эфире, Серёж, ты продолжаешь болтать. Какой-то болтун просто, знаешь. Ты можешь не болтать, когда я выхожу в эфир? Почему ты болтаешь? Вот с такой веселой шутки я начал сегодняшний прямой эфир у нас на канале, на нашем телевизионном канале, который путем нехитрых манипуляций транслирует свои прямые эфиры здесь, в Инстаграм. Дорогие друзья, я напоминаю, что скоро стартует наша замечательная мега
популярное шоу, которое уже побило все рекорды по просмотрам, даже не выйдя еще в эфир. И я приглашаю вас, я категорически приглашаю вас принять участие в задавании вопросов, которые мы транслируем нашим гостям. Ребят, я вам просто могу сказать, что следующий гость нашей программы после великого космического ЦСКА регби, ЦСКА чемпион навсегда, после космического нашего гостя Юрия Дудя, следующий гость, вы себе не представляете, кто, вернее, себе представляете, уважаемый Филипп Бедросович Киркоров. Он придет в наше шоу, и мы будем задавать ему те вопросы, которые вы оставляете в наших группах, в Инстаграме, где угодно. Вы можете задать любой вопрос, и самые опасные, самые остроумные, самые хитрые вопросы, которые, на наш взгляд, смогут загнать, поставить человека в тупик, мы зададим. Будьте корректными, но и не забывайте о том, что вопросы должны быть опасными, острыми и жесткими. Так что вот так. Что за шоу? Вот молодой человек, вот вы спрашиваете, что за шоу? Это супер шоу Газлайф. Вы можете посмотреть у меня в истории. Анонс висит там. Мы будем приглашать, как вы поняли, уже разных гостей. У кого-то там зачесалось и началась трагедия, что вот там Филипп Киркоров. А почему нет? Вот у вас есть вопрос, который вы хотели бы задать Филиппу Бедросовичу Киркорову? Попытаться вывести его из себя, задать такие вопросы, которые ему будет неудобно отвечать, которые, возможно, взорвут его, сведут его с ума, и он будет ругаться, будет кричать и говорить: вы ублюдки, с вами невозможно общаться. Чем больше интересных людей мы будем приглашать, тем больше опасных вопросов вы будете задавать, тем больше хайпа и интереса со стороны зрителей, то есть с вашей стороны, мы заполучим. Вот такая нехитрая система, которая, на наш взгляд, должна нас еще ко всему этому просто радовать по-человечески. Такая вот, привет всем, привет, привет. Пишите, пожалуйста, еще вот в комментариях, кого бы вы хотели увидеть в нашем грандиозном шоу, кого бы хотели пригласить в гости, кому бы вы хотели просто задать вопрос. Такие его дела, дорогие друзья. Сереж, ну хватит болтать, что ты не затыкаешься, я уже не могу.